Развитию движения территориальных общественных самоуправлений большое внимание уделяет как президент Путин, так и губернатор нашего региона Сергей Морозов. В сфере внимания ТОС, благоустройство, оказание услуг населению, оздоровление, развитие дворового спорта. Идей много, однако, чтобы выиграть грант, нужно уметь его правильно написать. Поэтому региональная ассоциация провела обучающий семинар на эту непростую тему. Сегодняшним мероприятием мы открываем цикл образовательных сессий для ТОСов, для специалистов администрации муниципальных образований по проектной работе. Я сотрудничаю с ассоциацией ТОС уже с прошлого года. Мы очень плотно работали с организациями в муниципальных образованиях, помогали им готовить заявки на президентский конкурс грантов, и недавние результаты нас порадовали. По мнению специалиста, очень важно научить людей привлекать федеральные средства в свои села и города. При ТОСах открываются пекарни, закладываются парки, организуется оздоровительная работа. Об одном из примеров такой работы рассказал председатель ТОС «Уютный». Организация уже выиграла грант и собирается участвовать снова. Проект выиграли на фонде президентских грантов. Проект называется «ТОС Уютный. Центр здорового образа жизни для всей семьи». В проекте заложили мы комплекс тренажеров, помогающие в пандемию, то есть развиваться. Любым жителям, то есть на бесплатной основе, пользоваться тренажерами. В то время, когда спортзалы не работали, эти тренажеры помогли сохранить физическую форму тем, кто сидел дома и был ограничен рамками своего двора. Председатель ассоциации ТОС Владимир Сидоров считает, что общественники давно переросли рамки благоустройства и должны заниматься всем, что идет на пользу жителям. Поскольку он сам действующий председатель ТОС, его слова основаны прежде всего на практике. Прилетели в общей сложности в районе 6 миллионов рублей. Около 6 миллионов рублей. Я считаю, что это очень замечательно. Да, дальше мы не собираемся останавливаться, мы достигнем. У нас в этом году новая команда, новый состав, мы усилили. Замечательно, что у нас подключилась как раз Лена Домашевская, это специалист уже регионального уровня. У нее очень большой опыт написания проектов. На первом занятии разобрали типовые ошибки, допускаемые некоммерческими организациями при подготовке заявок на региональный конкурс. Семинар проходил в режиме «вопрос-ответ». Приятной неожиданностью для собравшихся стало награждение 9 представителей городских ТОС за личный вклад в развитие общественных самоуправлений в Ульяновской области. Их работу отметила Общенациональная ассоциация ТОС. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.